Пришло наше время. Да. Один момент. Hello. Hello. Короче, у нас сегодня солянка, салат, дичь, как выражались некоторые господа. Надпись есть, голос есть, один острома. Вот он я. Привет, Тихирь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, так лучше. В очочках-то. Ладно, у нас сегодня целая куча чего-то непонятного. Короче, в какой-то день, я не помню, то ли это был вторник, среда или четверг, где-то вот посреди недели мне на почту присыпало где-то штук 7-8 писем. Все от одного разработчика, и он прислал целую кучу своих игр. Я такой сначала было бы обрадовался, вроде так, о, как классно, столько сразу, спасибо, типа, да, а потом смотрел, что это за игры. Да. Такие-то игры. Вы сейчас посмотрите, я думаю, вам понравится. Дела нормальные, Зихири. Как говорит Фокс, как обычно. Как обычно. Да не, нормик. Very good. Хорошие выходные. Хорошая завтра рабочая новая неделя. Опять втухать. Ну, все как всегда, все нормально. Вот расскажи, как у тебя так получается, что ты договариваешься о ключах. А есть, я не договариваюсь, есть специальный сайт. Вот. На нем называется он Keymailer. Даже сейчас напишу. Вот как-то вроде бы... Нет, я не помню, как он называется. Вот, вот, нашел. Вот так вот. Там регистрируешься, там заполняешь нужные формы. Они смотрят, сколько у тебя подписчиков, сколько, какая у тебя активность на канале, еще что-то считают. Там есть целый список игр, на которые ты можешь оставить заявки, и тебе либо пришлют их, либо не пришлют. Все. Вот. Тема простая, имеет минимальные какие-то требования. Вот. И чем чаще и качественнее у тебя контент, чем больше людей его смотрит, тем выше твой ранг на этом сайте. Мой ранг бронза. К сожалению, бронза. Но даже с этим рангом мне вот перепадает хоть что-то. Вот очень много шлют ключей именно вот для нашего салата. По-другому это не назовешь. Ну ладно. Translation у нас работает. Все вроде нормально. Этот моргающий этот свет. Надеюсь, не сильно раздражает. Ладно, приступим. Не буду заставлять вас слишком долго ждать. Первая игра называется Blood Feed. Если я не ошибаюсь со своим кривоанглийским, это кормить кровью или как-то так. Или кровавая жажда, или что-то в этом роде, я не знаю. Так, бросаю, как вам название или ссылку бросать, я не знаю. Короче, просто буду название бросать. Короче, разработчик, как я понял, русский. И, скорее всего, он то ли заказывает эти игры, то ли сам штампует их. Просто слегка разнообразит, по-разному называет и называет это отдельными играми. Здравствуй, Дэймон. Привет. Вот. И разработчик этого называют anpa.us. Хотя где-то я читал, что это какой-то... Вроде Андрей, я не знаю. В общем, прислал мне целую кучу средних игр или хуже того. Ну, первая игра называется Blood Feed. Давайте попробуем ее, наверное. Я очень надеюсь, что это хоть работать будет. Тут игры, я так понял, сделаны специально зачем-то для достижений, для огромного количества достижений. Там 200... Нет, 29 тысяч достижений. Я чувствую, они будут выпадать за каждый твой плевок, пинок или выстрел. Вот, наверное, так. Амазон неплох. Сейчас мы ее на стрим закинем.
попробуем вот так вот. Press N to skip the next song. Enable cartoon shader and adjust. Короче, не захватывается она пока. OBS, может так. О! Если вам нормально и вы не глохнете, то мы так и оставим музончик. Так, что у нас тут? Фантастику ставим. Мы чё, мы наподписывались на что-то слабенькое-средненькое. Мы будем играть на ультра настройках. Эй, а где Full HD? Я хочу Full HDD. Они же можно или это максимум? Видимо, это максимум для этой игры. Ну и ладно. Cartoon Shader. Enemy HP Bar. А музыка-то неплохая. Сойдет. Эй, где музыка? Ну? А, goddammit. Ладно. У меня все тоже хорошо. Потом только обострилась аллергия на воду. Два пальца на левой руке сохнут до состояния панциря, а потом лопаются. Так что, походу, пора садиться на жесткую диету, иначе там это... Аккуратнее, не надо так, не рискуй своим здоровьем. Ладно, play solo. Хотя тут есть хост гейм, можем, если мы захотим, мы можем в этот трэш вместе погонять. Так, chickens, тут можно chickens выставить. Короче, можно настроить, очень много настроек, можно построить, что хочешь себе. Но мы запустим с тем, с чем есть. Посмотрим, что из этого получится. You suddenly wake up in the middle of the jungle. You see lots of weapons around. Decide to act. Ладно, он как-то странно говорил, ну ладно. Вот такая большая муха нас ждет в нашей прекрасной игре. Adjust weather and time day in in-game options. Make enemies explode. Sons of bitches, bastards, assholes, shitheads, and fucking backstabbers. Персонаж очень много ругается. Кольтец. Нет, это убивать не нужно. Как-то громковато все равно. Видимо, сам Андрей ее и озвучил. Да, да, Дэймон, абсолютно верно. А зачем тратиться на что-то, на какие-то озвучки там и что-то классное такое? О, аптечка-то знакомая. По-моему, такая была в Half-Life. Только с ремешком, да? Так, я не вижу пока ни одного монстра. Это там вот что-то кто-то к нам бежит. Короче, я понял, это будет игра из разряда... Бог ты мой! Ё-ма, это какая-то курица, или что? Господи, сколько ачивок выпало, ни хрена себе! Вы только поглядите, из него были жизни и патроны. Шикарное создание, шикарное существо. О боже, еще кто-то. Огромный жук рассыпался на запчасти. Господи. Что это? У него что-то отвалилось. Сэр, у вас шевадруга что-то отвалилось. Хедшот убивает сразу. И ачивки так и делают, что и сыпется. Видим самому. Да, озвучил. Привет, Токсик. Как дела? Давно тебя у нас не было. Как дела? Вот у нас трешак какой-то здесь на канале. Без дичи нам никуда. Надо посложнее их сделать, а то я их на большой дистанции могу глушить. Хотя эти пауки реально не сдаются. Очень качественная игра, честно скажу. Боже, ты мой. Ты что такое? Пауханоги отвалились куда-то свалить. Такие модные фразочки мочат, прям как из этого. У него ноги сломались. Так-то лучше. Фразочки а-ля Киллинг Флоровские какие-то. Ну знаете, вроде как неплохо, казалось, будет хуже. Ну ачивки, ачивки просто. Это ужас. Зачем за ачивок? Блин, этот справа поток ачивок просто не заканчивается. Я могу себе взять что-то другое. Найс. Нормально. Что это за наркомания? Дзюхир, я сам не знаю. Вот. Можно вообще тут этот, с ножом их всех кромсать.
пистолетов столько. Можно только взять три вида оружия. Ну ладно. Что ты хочешь сказать, что-то похоже что-то на Serious Sam? Господи, посмотри на него. Нет. Какие кусаки, ты посмотри на него. Сволочь. Умереть не... умереть не желаете, сэр? Найс. Биом зачистил. Сколько мяса. Ну, вроде неплохо. Но мы, я думаю, не будем заострять внимание, а пойдем дальше. Вот бились мы сейчас с какими-то неведомыми мутантами. Ладно. Это был Bloodfeed. Bloodfeed. Страница в магазине. О, там даже карточки, походу, выпадают. Слушай. Стоит это счастье 130 рублей? Ну, не знаю, не знаю. Кстати, для совместного порубиться вполне себе такой нормальный трешачок. Го танки. Ну, токсик, как всегда. Только танки ему и нужны. Может, когда-нибудь. Я ничего не буду обещать, но может быть. Ну, ладно. Магии, привет. О, Дихири, обязательно передам привет. Магии-то. Блин, я вообще чат не вижу. Слепой человек. Мне лишь бы поболтать и чат не читать. Ладно. Следующий наш трешак называется Survival Zombies. Вот как-то вот так. Survival Zombies. Так что это такое? Хотя в Steam называется чуть по-другому. Survival Zombies The Invented Evolution. Что за игра такая? 130 рублей, все так же и то же самое по сути. Вот прям вот сейчас мы запустим, один в один должно быть, просто с зомбями. И тут будет зима вместо тропиков. Сейчас мы ее включим. Тоже музыка, целая куча ачивок посыпалась прям вот один в один. Музыку сделаю чуть потише, что ли. Супер ультра настройки. 5. Без синхронизации. Cartoon Shader мы не будем ставить. Господи. Столько всего, честно скажу, прям запутаться можно. Аудио. О, так-то лучше. Назад. Ну, чувак любит хардкор вообще. Музон такой мощный. Новая компания, поехали. Сейчас будет весело. Ну, как большой зомби. A massive horde of zombies had invaded the city of Alderna a few hours ago. The people had procedures for this kind of thing. Pulling off an evacuation was old hat. Wait at a safe distance until the wanderers passed, then return home. Вот опять тоже парень, то такая же озвучка. О боже, да ты прикинь, да ему вообще. Арты шикарные. Посмотри, какой зомби. Такой... Каким он должен быть зомби? Все отлично просто. Где пропадаешь, Токсик? Ну-ка рассказывай. Ну, что за дела такие? Не видать тебя совсем. Пропал человек. Та же музыка. Куда же без нее? Что это такое? Что с тобой? Слушай, тут чувак какой-то умер. Это что за вообще за дела такие? Один в один вообще, просто та же самая механика, то же самое, только принят прицела. Так, 12 целей, надо их всех уничтожить. Можно дико ускориться. Не, прицел есть, просто он, о, моргающие текстурки. Тени, без этого нам никуда. Не, ну он старался, правда, смотрите, елочки какие. Знаете, бывают елки, которые наверх так смотришь, а поворачиваешь голову, и у нее двигаются вот так вот ветки. Тут ветки двигаются, не двигаются. И все у них нормально. 14 целей. Где вы? Они где-то есть, но я не вижу их. О, вот они, смотри, смотри, зомби. Или это не зомби? Это скорее какие-то инопланетяне. Первый минус. Два. Достаточно ставить хэдшот. Смотри, они пытаются меня обойти.
Да слышь, помереть не желаешь, сэр, мистер? И что же это у нас такое? И это зомби. У них даже глаз нету. Понятно, почему они такие бесполезные. Ачивок-то, мать моя женщина. Ачивок-то, ужас. Женя, Минекс, Кио. Что это за достижения такие? Это... О-о-о-о. Дэймон. Это же наша тема, да? А-ля этот, как его? Как это? Killing Floor. А можно вот это взять? Я хочу вот это взять. Можно? Спасибо. Короче, тут не зомби на тебя охотятся и пытаются тебя убить, а ты охотишь на зомби и пытаешься всех убить. Они тут мирно существуют в этой вечной мерзлоте и такие гуляют между делом, а ты такой: нет, умрите, сволочи. Они такие: нет, не убивай нас. Где мой секира? Во, другое дело. My aim just keeps getting better. Ну, вообще с ума сойти. Бенедикатор. Assassin's Savan. The Grind is Real. Короче, это все название ачивок. Какой-то трэш дикий, честно. Я, кстати, вчера гамалка везет тебе. А я что-то его забросил совсем и... Ты посмотри, какая здесь сушка есть. Калаш есть, ё-моё. Ух ты ж, блин. Ладно, постреляли. Надо всего попробовать пострелять. Ну, знаете, в отличие от Counter-Strike, здесь можно прыгнуть прицелу. Эта игра лучше, чем Counter-Strike. Миллион раз. Смотрите, тут стреляешь и попадаешь в врагов. Так, М16. Или М4, я не знаю. Ра-та-та-та-та, мазафака. Так, что у них здесь еще завалялось? Что-то такое. По-моему, это Калашников из фильма Elysium. Помните, такой фильм был? Там, где Мэтт Дэймон летал в космос с экзоскелетом. Похоже просто очень. Там был такой модифицированный Калашников. Классненький такой прям. Время умирать, ублюдки. Слышь, умирать я сказал. Very good. Ладно, я думаю, эта хрень не закончится. Никогда. А мы пойдем просто дальше. Верно? Верно. Ачивки, ачивки, боже ты мой. Сейчас если посмотреть статистику активности в Стиме, короче, у меня ачивок, наверное, миллион сейчас будет. Ладно. Так, следующая точно такая же игра. КФ-курильщика. Ага, слушай, верно. КФ нездорового человека абсолютно. Я сейчас заглянул в твой профиль, на игру указано больше 1000 ачивок. Йо, капец, да ну нафиг, зачем это так? Зато как выделились, да, в таблице. Специально смотрите, как я поиграл, классно, сколько ачивок выбил. Молодцом. Ладно, Sense of Devil, или Devil, как это правильно считается. Так, что это такое? Сейчас глянем. Это у нас... Тут вообще, там если смешанные были отзывы, то здесь в основном отрицательные. Что-то типа того же самого, только без карточек. Жмот. Как же без карточек? Ладно, сейчас мы это все добавим. Где оно тут? Ага. О, оно еще лучше, чем все остальные. По-моему, это одна из первых игр. Нормал, ультра, разрешение. Вот здесь есть Full HDD. Не синхронизация, хотя Second V-Blank обойдется. Auto Adapt Quality. Не понимаю, что за навороты. Поставим High Res полный. Так, назад. Тут можно ресетнуть ачивменты. Хорош. Ладно, вперед в компанию. Good luck. Он нам пожелал удачи. Действительно, нам удачи понадобится, проходя твои дикие игры, чувак. В общем, Токсик не захотел нам рассказывать, как у него дела. Фига озвучка. Фига графика. Ты посмотри, какая графика. Воу, мельница. Что могу с ней делать? Почему она светится? Привет, мельница. Как дела?
Так, я зашел. Ладно. Так. Я куда-нибудь попаду вообще? By the gods, what is this place? У меня есть щит, я рыцарь. У меня есть меч. Да, детка. Я живу в таком маленьком непонятном сарае, больше похожий на... Я великий воин. Окей. Ты и правда великий воин. Этот домик больше похож на домик с детской площадкой для детишек. Ну-ка, и где же эти ублюдки? Хедшотов. Хедшотов? Ноль. Мне тут есть чем ставить хедшоты? Ну ладно. Кстати, в предыдущей игре было разнообразных монстров, как в первой игре. И она была бы очень даже неплохой. Ты посмотри на нее. Что это такое? Я хороший царапец, сейчас я вас всех забодаю. Ачивки! Во имя ачивок умрите все! Мрази! Животные, ублюдки, что вас всех колбасить и не кромсать? У меня жизни 999, вам меня не победить. Даже можете не подходить ко мне. Что-то они как-то, знаешь, как будто сами умирают, убиваясь от меня. Я как-то машу, еще смысла никакого там нет. Я думаю, в любой игре в стиле Обливия надо брать пример с таким. Посмотри, сколько мяса. Какое удовольствие, какой геймплей. Насыщенность главная. Я перезарядился, кажется, по звуку. Так что мы убить этим мечом нужно пройти вплотную. Я опять перезарядился. Опять перезарядился. О, они бьют собой щит, отлично. Что за идиоты, которые толкаются ногами? Ну, что это такое? Гад мод активирует. Из них выпадают, короче, какие-то эти бусты. Какие-то дополнительные фишки. Чувак реально старался. Слушай, его зовут не Андрей, а Павел, по-моему, я ошибся. Куда вы умрете, вообще? Я думаю, все понятно. Можно больше не смотреть. Там лук лежал в бревнышке. Да ладно. Ну ладно. Думаю, из лука мы знаем, какая будет стрельба. Точно, для хедшотов. Да, ему бабла побольше, а может что-то годное от него получится. Реально. Ну, вот сейчас он заработает на каких-то неудачных покупках, которые люди не захотят возвращать. И по копеечке, по 130 рублей он поднакопит. Как, кстати, сколько эта игра стоит? Эта игра стоит не 130, а 30 рублей. Притом она также недалеко ушла от своих потомков, предшественников, не знаю, от кого-то там. Ладно. Глянем следующий его же продукт. Я не пойму, они что, говорят брейкданс? Творят брейкданс? Да, кстати, это брейкданс, кстати, это же боевой танец. Что-то в этом роде, да? Так что все неправильно делать. У них техника брейкданса. Как можно завалить своего оппонента, противника? Забрейкдансить его, затанцевать его. Ну ладно, следующий продукт у нас называется Dinosaur Hound First Blood. Почти как Рэмбо. Стоит эта игра так же, как и те старые. Первые две или три, сколько там было, 130 рублей. Тоже джунгли и динозавры. Поехали. Посмотрим. И этот трешак, не могу сказать иначе. Вот. Синглплеер, сейчас сеттинги мы сразу... А, подождите, надо же на стрим вывести, а то получится очень качественная трансляция. Без трансляции. Так, графика. Он каждый раз меняет схему настроек в игре. Это немного путает. То он сразу предлагает сделать нормальный настрой. Чё, я не могу ноусинг поставить? Без синхронизации, алло. Quality, фантастик. Текстура, фантастик. Да, Shadows. Я думаю, достаточно. Можно возвращаться и запускать.
Одни те же звуки, все одно и то же. Злой мужик, который любит убивать динозавров. Поехали. Сейчас глянем, что это. Угу. Э, а где озвучка, парень, эй? До этого делал, а теперь не делаешь. Since the outbreak and mutations spreading across the globe. Ладно. Обойдемся без твоей озвучки. А так хотелось. Я так ждал этой озвучки. Ладно. Павел, нам нужна твоя озвучка. Твоя эпичная. Да что это за загрузка мест тысячу лет? Анпа US Presence Dinosaur Hunt First Blood. Да, это как первая игра, только с динозаврами. Alrighty. Пистол. У меня есть фонарик, кстати. Что за вышка? Эй, дай мне оружие, алло. Вот. Хорошая вышка, мне нравится. То есть... Что это было? То есть башня, по сути, это... Вау. Это же ультра. Я оставил ультра-графику. Beautiful textures. Где мой beautiful textures? Я дерево. Да кто это орёт, слышь? Где? Блин, мне страшно. Такая страшная графика и такие страшные крики. Куда я должен идти? Возможно, из-за того, что я перенес из прошлой локации сюда. Хорош плакать, дети. Ну все, пошла жара. Кажется, тебя обманули. Не такой уж это и было beautiful. Да, это полное обман... Как сказать? Обманейшн. Кого-то едят динозавры. Каких-то детей. Ё-моё, нет! Слушай, нифига себе, слышь, хорош! Ты убежал, главное. Слушай, вот это уже дичь какая-то. Или это на краю локации, я не могу, типа, из-под этого края локации меня сжирает дикий динозавр, быстрый. Которого нельзя убить. Что мне здесь делать тогда, ладно? Хорошо, я не против. Фонарик работает, кстати. Чуть-чуть. Травку подсвечивать. Так, где же вы, мать вашу? Видимо, эта игра должна пугать нас только звуками. И плачем детей. Я иду спасать вас, детишки. Хотя нет, ни копейки этому бездарь. Да я вот тоже, знаешь, думаю. Вот он, вместо того, чтобы клепать какую-то хрень, реально сделал бы хоть что-то одно нормальное. Даже не вот... Блин, ты посмотри, то есть... God's Race он может сделать. А normal... О, no! What the hell? Умри! No! А нормальный игру он сделать не может. Куда ты? Рафтер. Это прям как парк юрского периода. Походу он выпрыгнул на меня из этих джунглей... джунглевых растений. Ладно, попробуем куда-нибудь дойти. Пол жизни у нас откусили, половину, знаешь, без ног такой. Или я там, знаешь, левой стороны чисто нет, и я такой иду. Невидимый динозавр. Да, походу. Это у них этот, мимикрия, маскировка. Где, что? Ладно. Такую стрельбу я видел последний раз, по-моему, в Дельта Форс. Ну, куда я идти-то должен? Алло. Тут даже никакого указателя нет. В общем, я жду еще одного динозавра, а потом я валю отсюда. Где? Что? Зачем? Стойте! Я тоже так могу. Да! Рар! Я спрячусь в траве, и он меня не найдет. Где? О! О, нет! Ты мертв! Да, victory! The biome is clean. То есть главная фишка была убить этого динозавра? Я думаю, с нас хватит. Слишком страшно. Это был Dinosaur Hunt First Blood. Ладно, следующая фигня. От нашего, если не ошибаюсь, Павла, продолжаю его так называть. Называется Machine Hunt.
Machine Hunt. Будем убивать теперь не динозавров, не монстров, а будем убивать машины. Что-то типа Terminator Salvation. Это чудо стоит 80 рублей. Чувак уже среднячок начинает брать. Ладно, сейчас глянем, что это за чудеса такие. Попробуем в это сыграть. Кстати, хотел сказать, что, знаете, у нас есть расписание стримов там, и оно иногда меняется, варьируется. Я подумал, посидел, что надо добавить. Расписание, короче, это хорошо, но надо как-то разбавлять всю эту тему. В общем, иногда у меня будет появляться свободное время, когда я мог бы запустить стрим. Ну, к примеру, я не буду это сильно объявлять, не буду сильно это планировать. В общем, буду спонтанный, коротенький, не очень коротенький. Всякие разные стримы все-таки будут среди наших плановых. Будут еще и вот такие вот там-сям, типа того. Create server, find server, play. Тут нет настроек графики, поэтому мы сразу play жмем. Сейчас будем убивать робот. Да, демон. О, здесь все-таки есть настройки графики. О, main menu, gameplay setup, options. Три ачивки за то, что я шел в меню. Gameplay settings и всякое разное, типа. Фантастическая графика. Так, ладно. Не дотягиваемся мы до большого разрешения. Survival mode. Hard поставим. Пускай будет трэш полный. 4 каскада. Анизотропия, пускай будет. Так как? Я хочу ниже добраться до хороших настроек. Во! Другое дело. Ладно, play. Play! А, вот эти. Ладно. Разрешение его картинки, какое хорошее. Мне кажется, разработчик пересмотрел голливудских блокбастеров 90-х. Да, тот самый парень из терминаторов, хищников и так далее. Все, его озвучка нам хватит. А тут 1106 ачивок. Видишь, все-таки есть разнообразие в играх. Где побольше, где 29 тысяч ачивок, где 1000, где-то чуть поменьше. It all started with you. Ладно. Господи, нет! Еще три ачивки. Borderlands без графика. Мне кажется, это можно выключить. Color correction. Господи, это color коррекция? Это отвращение какое-то. Ням-ням-ням-ням-ням. А где убрать эту? Фолиэйдж. Что такое фоляги? Не знаю. Где-то же была... Темнота наступила. Full screen. Нет, не то. О, глобальный туман. Да, пускай будет глобальный туман. Видимо, эта игра целиком сделана. Я слышу робот. Ё-моё! No! Help, help! Короче, борда. Для этих, для Borderlands для нищих, не знаю, как это называть. Господи, оставь машину в покое. У вас что, кепки на головах? Ё, я умер. Это было интересно. Я думаю, надо сделать... Графику понизить, это сложность пониже, а то что-то я не справляюсь. Вон они на подходе. Не простреливайся. Ну ладно. У меня есть план. Как любой нормальный робот, они не могут подняться по ступенькам. О, да! Я взял аптечки? Я взял аптечки. Тут имеется визуальность прорисовки травы. Они все-таки могут по ступенькам. Я ошибался. В общем, за каждого убитого робота берут ачивку. Это вообще нормально. Все, идеальное место для отстрела. Просто патрон не заканчивается. Умри! Умри! Сволочь! Да
Откуда ты взялся? Умри! Сколько можно? Тут вся аптечка, что это такое? Мне это нужно, мне это пригодится. Спасибо. О, I still alive. Хочу в другое место сходить. Машина не взрывается. I'm emotionally conspired. I haven't given a shit in days. Это одно из названий ачивки. I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it. Прекрасно. Ёпай! Это босс! Нет босса. Хватай! Мы это сделали. Хватит. Честно, я больше не могу в эту играть. Это был Machine Hunt. Ладно. Двигаем дальше. Флич, трава. Спасибо, Фокс. Вы мои англичане. Ладно, следующий. Это там, где мухи были в самой первой. 3000 ачивок. Ё-моё, нормально вообще. Главное, чтобы ачивок было побольше. Борда наркомана. Ага. Динозавр Форест. И динозавр, и Форест вам. Все в одном. Что это, с чем это едят? В общем, заметьте, на все игры, которые мы сейчас попробовали, кроме одной, были отзывы смешанные. То есть кому-то нравится. У динозавр Форест отзывы в основном отрицательные. Ладно, давай сейчас глянем. Динозавр Форест. Сейчас будут, короче, динозавры папаши падать на самолете, потом искать одного своего сына. Кто играл в Форест, тот в теме. Ну вот, проглядел. Ну еще бы, я ничего не показываю, вот и попробуй тут не прогляди. Ладно, ставим. Вот так, ультра. 4, да. Вот так вот, no shink. Все, вперед. Я уже научился выставлять здесь графические настройки прям автоматом. Да. N, skip song. Здесь можно пропускать песенку. Ну еще бы, если тут заиграет сейчас какой-нибудь, не знаю, Билайн там или Байбер, Бибер, вот, можно скипнуть, это хорошо. You found yourself adrift in empty space for a long time. A place for you to land was close at hand. As you entered the atmosphere, you started a deadly course to the ground below. You opened your eyes to discover that you've somehow managed to survive the crash. Your equipment is scattered everywhere. You're deep in an unknown valley, surrounded by a forest. The witch was telling the truth. Far away, across the distant stars, thousands of powerful warriors were making ready to lead their fellow men to glory. But you all burst into laughter. You wish you had taken the threat seriously. You hear footsteps, the sound of a predator. Adrenaline pumps through your veins. Хватит, короче, заколебался я уже изображать их. Все 10 игр от этого наркомана. Почти все. Почти все. Есть, там будет 2 или 3 игры. Отдельные. Но в основном это трешак от этого чувака. Ну знаешь, вот здесь мне нравится. Все убого, криво, косо, шиворот на выворот, но хоть смотришься. Вот бери вот этот графон сталкера, закидывай, и получится неплохой сталкер, честно. По мне там. Так, у нас есть 2 красных квадрата. Будем идти на один из них. Message box. It's hunting time. Yo, no! The rise of dead mono. Что это? Это все те же аптечки, короче. Гадмод какой-то. Патрончики. Ух ты. Я нашел чемодан с ножом. Какой я молодец. С ножом чемодан нашел. Very good. Пойдем найдем еще одного динозавра. Ну знаешь, тут хотя бы динозавры умирают. The spirits will guide my hand against these foes. Ух, тирай, ух ты, фига себе, быстрый, мяу. Стена. Быстрый какой, посмотри на него.
А, ударился, бедный, несчастный ты мой. Я должен найти теперь всех остальных динозавров и убить их. Да ты что, ты ничего? А, подожди, где моя скорость? Ты ничто по сравнению со мной, понял, динозавр? Так, я видел чемодан где-то здесь. А что, моя кровь была? Не, слава тебе, Господи, это не моя кровь. Вот чемодан, и что я здесь теперь найду? Ничего. Я ничего не нашел. Ладно. Пойдем дальше. Джеронимо! Yes! А, ударился. О, еще два supply чемодана. Че я собираю-то? Алло? Ладно, пойдем найдем последний динозавра, пройдем эту миссию и пойдем дальше. Ну почему сразу наркомана? Можно просто творческая личность. И он так видит, да, Дихири? Творческая личность, которая так вот видит. Ну знаешь, вот эта игра, вот, прям он пытался, реально старался. Супер спит. Наконец-то я нашел что-то более интересное и полезное. Йо, я фонарик нашел! Слышь, фонарем можно драться. Да ладно. Ну все. Минус все разом. Шнайпер. The creature was an odd one. You were trained in sword. Хватит с нас. Хватит. Ладно. У нас осталось еще несколько игр. Это раз, два, три игры. Нет, четыре еще игры осталось. И вроде бы как с этим парнем мы закончили с его играми. В общем, вы получили максимум экспириенса, впечатлений и эмоций. Решайте для себя. Если захотите, можно купить игры и захвастаться, и вместе порубиться в этом. Ну да, я думаю, не стоит. Ну если вдруг просто. Творческая наркоманская личность. Да, Дэймон, именно так. Кажется, парень решил сделать ачивки на каждое действие. Да, то есть повернулся влево, повернулся вправо. Ачивка! Ладно, следующая у нас игра называется Bombastic Cars. Вот такие дела. Bombastic Cars. Эта игра, по идее, должна быть чуть лучше, чем то, что мы видели до этого. Гонки я в целом не очень люблю. Когда-то раньше играл, сейчас я от них отошел совсем. Игра в основном про машины, которые ездят и стреляют друг в друга с помощью каких-то ракет, стрельбой взрывают и так далее. Напоминает чем-то Кармагеддон или вот игры такого же жанра. Стоит все это счастье 230 рублей, мультиплеер, контроллер и больше ничего. Но русский и озвучка полная тоже есть. Так что сейчас мы увидим, что это такое. Такие игры обычно не больше 10 рублей стоят. Знаю, Фокс. Я не понимаю, почему некоторые люди умудряются за такой трешак ставить такие баксы. Притом, Greenlight убрали, а такой трэш просачивался. Вот как? Steam Direct или что сейчас вместо Greenlight умудряется это пропускать? На что они смотрят? По каким критериям они определяют, какая игра должна пройти, а какая нет? Я не понимаю. 130 рублей за штуку. Вот именно, а должны стоить минимум 10 рублей. Либо бесплатные бы. Есть игры, которые бесплатные. Лучше, в разы. И почему у меня OBS тормозит? Из-за Bombastic Cars? Ну ладно, сейчас глянем. Что за бомбастик такой тормозящий? Тормозящий. Так. Короче, насколько я понял, здесь нужна отдельная регистрация. Language. Russian есть. Еще нет аккаунта? У меня нет аккаунта. Так, а пароль будет видно, если будет? Не будет. Отлично. В общем, все сложно. Пишу свою почту. Отображаемое имя. Напишем вот так вот. Имя пользователя. Алекс. Пароль. Жалко, табом он не перемещает тебя на следующую строчку. Игра-то серьезная, отдельная регистрация необходима. Ну, посмотрим. Так, аккаунт мы создали. Почему так тормозит у меня OBS? Игра, ты что сделаешь с моим компом? Скажи, пожалуйста. Но жрет память она дохера, честно скажу. И она просто нагружает. Бессовестная, зато трек неплохой. Конечно, могу
выключить хром, и, возможно, станет лучше. Да, стало лучше. Спасибо. Хром, сволочь, прожорливая мразь. Ладно. Bombastic Cars. Надеюсь, подтверждать аккаунт нам не придется, чтобы не терять время. Ладно. Quality, Fantastic, Resolution, Full HD, Music On, Show Controls. Ладно. А почему картинка такая смазанная? Как будто бы у меня не тысяч, не Full HD, а что-то хуже. Ну ладно. Можно добавить, пригласить друзей. Старт, чтобы добавить контроллер. Нет, контроллер мы добавлять не будем. Player Name. Играть. Играть без. Играть онлайн. Офлайн. Ням-ням-ням. Поиграем офлайн, наверное. Выбрать карту. С тремя ботами. 4 бота максимум. С простыми ботами играть. С медиум. Играть. А вы готовы? Я нет. Посмотрим, что это такое. Все равно как-то подтормаживает в итоге у нас стрим из этой игры. Ну и ладно. Winter Lake. В общем, что хочу сказать. Если вам эта игра понравится... Берегите уши, господа. Настройки. А звук? Где звук настроить? Алло? Звук нельзя настраивать. Ну ладно. Мы сейчас со звуком разберемся через микшер. Так-то лучше. Пробуем еще раз. Честно, звук был отвратительный. Прям вообще бра. Нет, стой, назад. Офлайн. Вот так, все, погнали. Попытка номер два. Оу, ты посмотри. Какая же она оптимизированная мать. Не умрите, сволочи. А что должны делать? Надо бы посмотреть управление перед всем этим. Как мне стрелять? Я понял, это форсаж какой-то. Так, ладно. Вот как, ну ладно. Дефит, я проиграл. Мне кажется, это минус, все. Не только уж. Да, минус ПК, минус стрим, минус все. Почему продолжает этот долбанный звук? Это ужасно. Ладно, попробуем еще раз. Играть офлайн. Бот левел изи. Изи поставим, короче. И одного бота себе поставим. Может, звука будет выбрать карту. Звук будет поприятнее. О, я почему-то на планете. Distant Planet. Играть. The battle begins. Че, не могу ехать? Алло? Я поехал. Мес Рокетти. Так, куда они вообще ехать? Где мой враг? Вот мой враг. Где ты здесь? Да че я... Меня заморозили. Вы это видели? Какие спецэффекты? Какие графика вообще? Вот. Вот это классно. Мне нравится. Я думаю, вообще отлично. Так что я говорю. А, в кристалл вообще нельзя включать. Ну ладно. Ну ладно. Где эта долбанная машина? Сейчас я взорву на это. Иди сюда. Слышь? Да блин! Ты сейчас по... Он тоже встревает с этим. В льде. В льдах. Камера ужасная, просто нереально отвратная. Сволочь. Какая жесть. Да дикая жесть. Все классно, кроме всего вообще. Жопа такой, все равно Кузя жукодром круче. Я про такую не слышал. Я хочу все-таки убить одного босса для очистки совести. 0 ботов.
Даже простого одного бота убить не могу. Опять Winter Lake, what the hell? Ладно. А лучше в ракетную лигу поиграть. Это да, конечно, я все понимаю. Жди, я на подходе. Я почти тебя взорвал. Смотри, на какой тачку он ездит. Почему я не на такой? Я не хочу на баги ездить. Воу, изи. Хорош, слышь. Бджик. Ты слышал этот бжик? Ладно. Я с вами согласен. К черту эту игру. Я еще зарегистрировался. Блин. Я думал, что-то серьезное будет. В общем, у меня вам такое предложение. У меня от этого разработчика в письме еще 5 ключей для этой игры. Если у вас есть желание пострадать, мы можем взять и как минимум в шестером, в пятером пострадать. Правда. Бомбастик не отвечает. Бомбастик, выключись, прошу тебя. Она дико не оптимизирована. Дико не рабочая. Все, мы ее убили. Слава тебе, Господи. Сейчас просто не премиум, поэтому баги. Ну вот. Не премиум. Теперь лишь бы обидеть. Вот все могут обидеть на стромку. Мне ж хорошее что-то сказать. Ладно, что у нас дальше? Следующая игра называется будет у нас Balancity. Вот эта вещь, у нее в основном отрицательные отзывы. Это ничего сверхъестественного, это что-то. Это надо смотреть. Стоит это счастье 190 рублей. Вот, с хорошими отзывами. Это ж классно. Ну, игра, запускайся. Она очень долго запускается. Давайте дадим ей время. Так, где она у нас тут? Balancity. Игра запускается в окошечке. В общем, free build, missions, scenarios, Lord City and exit game. Прикольненько. Espanolo, English. Два языка, ну, этого достаточно. Full screen сделаем. Как-то все растянулось, да? Так, а как мне сделать так, чтобы было нормально? Ну вот, теперь все растянуто. Not good. Сейчас мы тогда ее сделаем full screen. Потом мы ее перезахватим. Come on! Balancity, where are you? Ладно, мы запустим ее еще раз. Не страшно. Но я от премиум в этой игре не отказался. В той предыдущей. Balancity, работай, мать твою. Вот, другое дело. Так, missions, сценариус. Давай сценариус. Что у нас тут есть? Нью-Йорк, Берлин, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Найтмэр. Сиэтл, Сан-Франциско, Лондон, Париж, Токио и Шанхай. Куда пойдем? Есть предложение? Смотри, какой вертолет. Вы видите, милый вертолетик? Найс. Nice. В общем, я жду предложений. Минутку, а потом пью кофе и начинаем. Вариантов нет. Ладно. Тогда мы идем, наверное. Нет, есть. А что за Найтмер? Ну, пойдем в Найтмер, посмотрим. Все плохо. Все очень плохо. Что я должен здесь делать вообще? Help me. Господи. Я должен что-то тут поставить. Бульдозер. Я пока не понимаю вообще смысл этой игры. Как мне играть? У меня еще страшный клоун вот здесь вот, внизу, вот здесь прям. О, прям вот здесь вот, просто его не видно, он сваливает, свалил.
Left. Что это? Hospital. Base for paramedic helicopter. А как я должен что-то установить? Алло. Как в это играть? Кто-нибудь мне объяснит? Завод. Я хочу завод построить. Да? О, поставил завод. Nightmare. Жилые дома. Им нужно что? Им нужны компы. Рабочие места. Получай. Трава. Хочешь травы? Держи траву. Мне не жалко. На домах трава. Короче, наверное, мне надо как-то осмысленно играть, но я не понимаю. Господи, они горят. Ё-моё! No! Help me! The horror. Nightmare sank after soaring over 16 meters tall. Tragic aftermath. 8 жителей. Reported missing. Объявлены пропавшими. Ладно. Нью-Йорк. Start spreading the news you want to be a part of. New York. Короче, строим Нью-Йорк. Манхэттен is right in the middle. Liberty Island, что-то там, что-то там. Ладно. Watch out. Action movie style disasters while you are... Ла-ла-ла-ла-ла. Ладно. Строим дома. Я думаю. Fox Widow, XTV, Deceit, CNHZB, MTV, Caxit. Короче, чем выше, тем лучше. Да. Ставься дом, ну. Построим стандартную дом, российский дом. Да, что это? Бруклин Бридж. Ладно, мы когда-нибудь это построим, я уверяю тебя. Ну тут как-то еще надо эти блоки ставить, взаимосвязь должна быть какая-то. Вот этот у нас целая многоэтажка получилась без электричества. Что это такое? Бруклин Бридж. О-о. Метеорит. Метеорит летит. Завод, нам нужен завод срочно. Йоооо, это нормально, вообще что происходит? Супергеро emerged from the core meteorite. Супермен летит. Слушай, дома запитали электричеством, это же хорошо. Так, мне нужен завод, наверное, какой-нибудь. Нет. Дерево. Насаждение деревьев, давай. Смотри, озеленение города. О, Супермен, вот он. Вот, смотри, Супермен. Эй, к нам прилетел Супермен. Да. Дороги. Мы можем строить дороги. О. Интересно. О-о. Вот. Так-то лучше. Да, да, получается, смотри. О-о-о-о. Я могу построить... Они сказали, я могу построить мост сюда. О, черт. Нужно что-то делать срочно. Полицейский участок. Блин, неудобная камера, вот честно. Вообще неудобная. Это надо менять. О, вертолет. Госпиталь. Ё-моё! Господи, укатился. Ладно, пожарку построим здесь. Военная база. Куда же без военной базы? Травку нужна срочно. Вот здесь и вот здесь. Я могу их отправлять куда-то? Нормально, мне нравится. Хороший город. Что, метеорит опять? Супермен, спаси нас.
Чё-то куда-то чё упало, я ничего не понял. Ага, вот сносить можно. Мне этот автобус нравится. Он очень продуктивен. Самый лучший автобус, лучший маршрут в нашем городе, господа. Ой, птицы здесь, и куда же без них? Инженер, ёп. Да, я старался, но вы же знаете, как... Хорошо же получается, да? Смотри. Надо убрать мост. Мост убери! Алло! Они сломались. О! О-оу. Ладно, не страшно, почистим город. Всякое бывает. С кем не случалось, да? Так, нам нужен медикал. О-оу. О-оу. Это не я. Там ничего не было. Никто ничего не видел. Так, ладно, продолжаем строить. Да, электростанция. Так, мне нужна еще электростанция. Дерьмо случается. Все нормально. Все нормально, абсолютно нормально. Так, я хочу построить дорогу. Я знаю, как я это сделаю. Ничто меня не остановит. Вот так вот. О-оу. Весь остров пошел юзом. Ладно. Продолжаем строить. Нет, не падайте. Нет, стоп. Всем стоять на месте. Здесь будет стоять пожар. Надо будет удерживать все на этом краю. О, нормально. О, еще один маршрут у нас появился. Очень хороший. От маршрут от госпиталя до пожарного отделения. Через дорогу, через метровый маршрут, короче. У меня уже щеки и живот смеха болят. Это ж хорошо. Главное, не задохнитесь. Если становится плохо, разбить окно и выйти в туалет. Не в окно, в туалет. Почему, не знаю, может, меня не спрашивают. Травка. Озеленение города. Так, чего падают? Деревья в обморке падают. Ладно. Чем-то надо утяжелить эту сторону. О, утяжелили, держится вроде. Нет, тут не утяжелили. Тут будет настоять твоя... Ракетная система, ладно. Вот, вот это надо здесь поставить. А, ничего там не было. Статуя Либерти. Как мне построить статую Либерти? Где она? Почему Супермен горит и никуда не летит в итоге? Слышь, делай что-нибудь. Делай что-нибудь, Супермен! У нас беда, Супермен! Делай что-нибудь! Херовый Супермен, честно скажу. Вообще, он все уничтожил. Что-то я опустил с таким странным звуком. Я не помню. Не знаю, честно. Смотри, какие дома здесь можно строить. Ну ладно. Макс Хейт 39 метров убили. Ладно. Да, да, да. Ладно, это был баланс сети с очень положительными отзывами. Не знаю, как цена соответствует этой игре, но в целом игра неплохая. На скидке урвать ее там за копеечку вообще было бы самое по приколу поугарать. 28 достижений. Ничего нету. Просто тыкалка. Так сказать, прогореть время. Но у нее есть награды. Big Brazil Entertainment Games Festival, Indie Prize какой-то, Awesome Awards and EVA 2015. То есть игра не совсем плохая. Есть отзывы всякие разные, конечно. Кому-то нравится, кому-то нет. Кто вообще на арабском написал отзыв? Вообще. То есть игра-то своеобразная. Вот такие даже отзывы есть, понимаете? Не знаю, что написано, но отзыв хороший. Да. Ладно. Что у нас дальше? Сейчас. Fallen Core. Падшее ядро. Игра называется. Обычная платформер-прыгалка. Денег он 105 со скидкой. 40% стоит. А так 175. Смотрим. Контроллер и для одного игрока. Поддерживаются режимы. Made with Unity. Без этого двигателя нам никуда.
хороший двигатель, мне нравится. Fallen Core. Не знаю, игра, так как платформер, надо попытаться ее... Надо попытаться ее на контроллере погамать. А вдруг помнишься? Ну, по крайней мере, сразу игра не подхватила геймпад, поэтому не будем мучиться. Ни себя мучить, ни геймпад мучить. Ладно, идем дальше. Веселая и очень легкая игра, если вам нравятся вызовы и супергерой. Игра подходит для Кулкан, если вам нравится этот тип ВТМЛ. И через почти 20 минут... Что? Что, Фокс? Что ты пишешь такое? Ладно, Options, Graphics. А, да, Sounds. Ну, как всегда, ставим примерно все на половинку. И стартуем. New Game. Короче, сидят мужики у большого монитора, что смотрят, там тревоги сплошные. Вот. Все это происходит на космической станции, которая вот как-то странно покачивается на орбите, видимо, что-то случилось. Вот. Sending droids. Они отправляют дроидов куда-то, потому что у них варнинги и качаются корабль. Вот. Они их вот, видите, выслали. Вот целые кучи вон, чу, летят, короче. Вот. А дроиды высаживаются куда-то. И выходят вот такие вот а-ля Бимо из Adventure Time. Вот он идет и смотрит, какие классные модели роботов, и одному не хватает. Надо найти его, наверное. Да. Google переводчик. О, спасибо, Фокс, хороший переводчик. В общем, короче, мы вот высадились в какую-то гофрированную трубу. Я могу высоко прыгать. У нас один глаз и одно сердце. Короче, целый моток проводов здесь у нас лежит. Куча хлама. Куда мы вышли, что случилось, непонятно. Но будем пытаться не умереть. Внизу вон какие-то перерабатывающие хрени. Тут падает мусор. Да, детка. Очень простенький. С обычной, стандартной какой-то анимацией. Прыгалка, скакалка. В общем, пытаемся. Пытаемся оправдать 175 рублей этой игры. Или 100 рублей со скидкой. Эта платформа трясется очень странно, ну ладно. Она упала в итоге. Они все падают. Бог ты мой. Нет. Ну, мы спаселись вроде бы. Лоудинг. Следующая локация. Тут у меня появилась полоска жизни. У вас зачат ее может быть не видно. Что такое? Что это такое? Что я должен сделать? А, я то есть мышкой, наведя курсор, выдвигаю такую фигню. Кстати, вот это интересно. В какой-то степени это взаимодействие. А как я должен курсор здесь активировать? Мне вот интересно. Вот сейчас у меня курсор появился, и я смог выдвинуть вот эту платформу. А вот как сейчас? Я не знаю. Алло, курсор, где ты? Ладно, нет, так нет. Я понял, нужно ввести и... Я понял, хорошо. А как я должен это сделать? Вот он, потерялся. И раз. Так, и что дальше? У меня курсор куда-то девается постоянно, понять не могу куда. Так, и что? И вот и что я должен сделать? Здесь, конечно, небольшой баг, походу, есть с курсором, который иногда то есть, то нет его. Ясно. Ей! Ну, с горем пополам мы запрыгнули, отлично. Google переводчик вообще это отдельная тема для разговора. Так, я сел в клетку. Чувствую, я должен себя поднимать. Ну да. Слушай, вот это интересно. В какой-то степени. Как-то вот, ну, не знаю, отличается от обычных. Слушай, у меня здесь не убиться бы. Так, заперто. Ладно, хорошо, я понял. Ну, давай убьемся, я не знаю, что мне еще тут делать. На нафиг. Слушай, не убился. Игра сломана, наверное. Что я должен сделать? Алло, распили меня, к чертовой матери, я не хочу уже играть в эту.
что такое? Не тянется? Потому что она не тянется больше вниз. Я все сломал. Ну вот. Стена не трогается, в смысле, ничего не делается с ней. А-а-а, я, кажется, начинаю понимать. Да-да-да. Пила, по идее, должна была нас убивать. Почему она нас не убивает, я не знаю. Почему я теперь не могу опуститься? Я сломал здесь все, да? Парни, не здоровись. Не-н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 е
Ну, еее, найс. Нажимаем рычаг, и дверь открыта, верно? Найс. И дверь я должен сам открывать. Ну, норм, знаешь, как хоть какое-то разнообразие, а то везде было. Прыгни, подпрыгни, перепрыгни, разруби, да поруби, а тут вот раз и вниз его тащишь. Но все равно, вот такие игры из... О, загрузочка. Из разряда, вроде она элементарная, но очень интересно, вот это вот, типа, как Лимбо была игра. Шикарная просто игра. Что это такое? Ага. Ну ладно. Как это она скучноватая? Честно, не стоит она своих 100 рублей. Полтинник, ну максимум. Ни ачивок, никакого наполнения, скучный геймплей, ну ё-моё. Ну выстрели меня уже. Да, спасибо. Немножко временами глючащий вот этот курсор, который не всегда появляется. Невидимый. Цепись, иди сюда, алло, во, появился. А, чуть-чуть не убился. Вот из-за того, что курсора нет порой, то непонятно. Что вообще, как тут быть? Время теряешь очень много на это. Пилы, которые должны разрубить нас, они нас не рубят. А, все-таки раздавили нас. Ну-ка, распилишь меня, нет? Хорош, она должна очень долго нас пилить, ладно. Это был Fallen Core. Я думал, это что-то будет поинтереснее, честно. Но, увы, деваться нам некуда. Следующая и, скорее всего, последняя на сегодня игруля называется... Не знаю, представь, как пишет, как читается. Кусо. Кусо. Вот так она пишется, короче. Почему-то с маленькой буквы. Игра выглядит как классическая игра с какой-нибудь Atari или типа того. С 10% скидкой вы можете ее приобрести в Steam за 116 рублевских. Пойдем-ка глянем-ка. Текс. Ну-ка, дайте мне ее установить, чтобы ее показать, ребята. Ну. Вот такая вот игруля. Они сразу говорят, играй ее на геймпаде, мы послушаем совет, чтобы ощутить все прелести игры в эту игру. Игры в эту игру. Макарон с макаронами. Ну-ка. Передвижение. Респаун. Y. Checkpoint. B или X. Jump. Select. A. Можно также играть. Вот такая вот игрушечка. Киа, киа, киа. Я, кстати, во что-то подобное играл на Atari. Было. Была возможность мне попробовать. Ну, знаете, мне кажется, это лучшая игра за наш сегодняшний стрим. Что это за комната такая? Оу! Что должен сделать? Ага. Музыка приятная, вот честно скажу, музыка хорошая. Хорош. Screen settings. Что значит? Не-не-не-не-не-не. No! Нам нужен full screen. Да. Камера спит. Да, оставим как есть. Animation style.
я не знаю, Руса и Лав. Попробуем Лав. Посмотрим, что это получится. Unlimited arcade hard speedrun or level select. Unlimited. Посмотрим, что это получится. Нифига себе! Боже мой! Ну-ка. Ке! А, нет! Так goddammit! Ка! Чё-то я не могу здесь. Ага, вот. Нет! Ладно. Блин, какая здесь музыка прикольная, честно скажу, вообще прям расслабу. Ну, чуть-чуть не прилетел. Ладно. Я затупил. Спасибо. Слабо пройти I Wanna Be Boshi. А что за игра такая? You. Жескач. Какой-то коллайдер здесь. No, как? Я же пролетел. Goddammit, no! А, я понял, короче, тут сервиса можно не закончить. Вот это очень удобно. Ай! Черт! Ты лопасти меня засасывает. Да, goddammit! Блин, вроде рассчитать просто, но не могу. Не могу. Па! Та! Это Dark Souls в стиле Atari. Или Metroid какой-нибудь. Кастельвания, не знаю. Вниз вверх, вниз вверх, вниз вверх, я! Ууу, пролетел. Ай-яй-яй, ну, каждый раз это умирает по-разному. Да блин, споткнулся о потолок, все, застрял. Во. Так, здесь надо будет просто проскочить. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Окей. Nice, very good. Йо, там это нельзя, да, трогать, оказалось. Ну ладно. Главное не забывай сохраняться. Вроде Элька коснулся и убился. Слушай, как же мне нравится подобная игра. Блин, вообще. Эта музыка мне так нравится. No! Goddammit! Притом она простенькая, честно. Я вот сразу скажу, она стоит всех денег, которые вы за нее заплатите. Да! Yes! Ка! Это сложно. Хотя не очень. Нормально. Да! Сгорел. О,
вот это, кстати, вау! Сложно, опасно. Хардкорчик такой. Хардкорчик заказывали, нет? Да! Лучше начну заново. Да. Ладно, посмотрели, я думаю, хватит. Ну вот, пока эта игра лучшая за сегодняшний вечер вообще. Ему точно будет слабо, даже первый уровень не пройдет. Так, я чувствую, это вызов какой-то. Что за игра-то такая? Слабо мне. Не, никогда не слабо. Отстаньте. Что за такие эти... деморализации? Не пройду, не смогу. Ну-ка, сейчас глянем, что это за чудеса такие и что с этим едят. Не, есть, конечно, игры, которые я в жизни не захочу просто играть. Не то, чтобы пройти какой-то уровень. Это же какой-то гитар или... типа, знаете, гитар про или... как это называется? Игры про... Не, я не ту игру, слушайте, нашел. Не ту. Это не та игра. Это про какие-то гитары. Это какая-то Rocksmith 2000... что-то там. Ох уж эти наезды. Вообще, лишь бы наехать. Вот несчастный стример сидит. Вот смотри, где я сижу вообще. Разбитое окно. Какие-то иероглифы. Тут даже по-русски ничего не написано. Моргающая старая лампочка. Переулок вон грязный. Коробки, швабра или палка. Двери вон не закрываются. Вот, что это? Вот, дверь не запирается. Лужи прямо на полу. Ну, я могу там видеть. Ладно. Что за игра такая? Фокс, что ты мне тут предлагаешь? I wanna be the Boshi. Что это такое? И почему этого нет в Steam? И как в эту играть? Ладно, попробуем мы это найти. ВКонтакте, Википедия. Где в нее играть? Я не могу найти ее официальный сайт или что-то в этом роде. Бесплатная игра. Playground. Это смерть, это Boshi Time. Stop game. Видео скриншот. Soul Green. Страница сайт игры. Дайте мне страницу сайта игры. Ну-ка, зашел. Go to my new website. Окей. Чувак пытался в Green Lights с какой-то игрой под названием... даже не знаю, как ее называть. Она... про work in progress. Wings of что-то там. А где? Где? Фокс, то вот ты говоришь и сыграй. А где она? Где мне ее взять? На официальном сайте разработчика ничего толком нет, по-моему. Хотя вот что-то нашел. Уже не самая сложная игра в мире. Ну вот. На данный момент I Wanna Be The Boshi превзошла ее как по качеству графики, так и по количеству затраченных нервных клеток. Только истинные хардкорщики смогут пройти ее до конца. Я не претендую на полное прохождение, но хотя бы попытаться стоит. О, спасибо, мистер Фокс. Сразу бы так. Сразу бы так. А, качать надо. Ну ладно. Главное, надо качать. Сразу. Preparing to download. Ладно. Надеюсь, Фокс нам не забросит никакую-нибудь вирусяку. Фокс же у нас хороший. Дешевый авиабилет. Ну куда же без авиабилета? Все верно. Короче, качаться все это дело у нас хочет в течение 43 минут или часа. Фокс, надо искать что-то побыстрее. А то отдача-то у нее слабенькая совсем. 45 килобэ, прям как модем. Не, до конца стрима не скачаем. Не. Час. Да ну нафиг, ё-моё. Ну-ка. Где нам её взять? Так, что тут было? В Стиме её предлагают. Ну-ка. Wings of V в Steam. Это игра того же разработчика, кстати. Милая какая-то игруля, кстати, местами даже хардкорненькая. 350 ре. Уф. Солгрина. Ну, блин, твою бабушку. Так, сап. Вот скорость появилась, но опять же, что-то как-то норме. Не густо. Фокс, а у тебя быстро скачается она, нет?
Просто у меня вообще не хочет качаться. Вообще не хочет. 40 минут, ну что это за скорость такая? 55 кБ в секунду. Так, еще одна ссылка на официальный сайт. Как он называется? Не так. Попробуй тут. Ну давай. Рискнем здоровьем здесь. Так. А почему написано пиратка? Я пиратские игры не играю. Что за дела? Типа здание пиратка, таблетка не требуется. Ай-яй-яй, фокс. Она же, по идее, бесплатная сама по себе, нет? Не, какой-то плохой сайт. Мне кажется, тут забросит какой-нибудь трэш нам вместе с самой игрой. Понаделают. Она бесплатна, потому что, товарищ, а почему ее так сложно скачать? Это торрент. Я не могу ее скачать, у меня нет торрента. Фокс, нам нужна прямая ссылка. Прямейшая. Так, ладно, а тут она есть на этом сайте? Вот она. Leaderboards, custom characters, available servers. А скачать-то ее можно? Ну вот на его сайте я вот ты мне давал, да, ссылочку. Девятнадцать секунд время скачки. Это где я могу так ее скачать? А ну. Возможно, они специально ограничили мне скорость скачки, чтобы я страдал, да? Сволочи. Так, вот это вот оно. Ну блин, дайте мне это скачать, алло. Так нечестно. Ну, давай. Попытки найти эту игру. Сейчас, давай, Фокс, давай, come on. I need your help. То у нас игры заканчиваются. Я, кажется, понял примерно, что это за игра. Примерно, да. Скриншотик увидел сразу так. Так. Особенность игры. 4 вида сложности. Изи мод. Самый легкий по сравнению с другими модами. На этом уровне сложности у боссов 50% хп. Тучи боссы есть. Фу, не люблю боссов. У вас есть турбо-кнопка для атаки. Также в этом режиме присутствуют изи-блоки, розовые блоки с сердечками, которые делают уровни значительно легче для прохождения. У вас и у боссов будет стильный розовый бантик. Totally average mod. Больше сейф зон и 100% хп у боссов. Hardon mod. Стандартное число сейвов зон и 100 хп у боссов. You're gonna get raped mod. 200 хп, только один сейф зона. И до и после босса. Этот мод для больных людей. Вот так вот. На Яндекс залью. Ну давай. А то что-то здесь вообще качаться не хочет. Отменить, удалить. Ну-ка попробуем. Сохранить на ней. Скачать. Ладно. Сейчас скачаем. Trips Games. Борщик. Борщик. Это не борщ, это игра борщик называться должна. Ну, здесь хоть получше. Вот две минутки показывает. Вот, другое дело. Хоть процесс пошел. Жалко, что этой игры нет в Стиме. Она должна быть. А пока молча посидим, да? Да. Магические почесуньки уха. Thank you. Yeah.
Что еще? Одна минута осталась. Ну, половинка где-то скачалась уже. Сейчас еще столько же. И попробую. Целую кучу трэша мне прислали. А ты хоть один Фокс проходил уровень? Скажи мне. Вот ты говоришь, ты я не пройду, а сам проходил. Супер город от Нострома. Да. Хороший город построили. Ой, сколько там качаться-то еще? Давай кофе допьем. Все, скачалось, наконец-то. Сейчас пробуем. Installation. Запустить. I wanna be the Boshi 171. Ну-ка, далее. Сейчас мы установим ее. Так, нам нужен другой диск. В Games. Да. Да. Ярлыки. Ну, давай на ярлык на рабочем столе. Я сейчас тоже поставил. Что, будешь параллельно пытаться, да? Кто кого? Процесс установки. Распаковка архивов. Ладно, пускай он там пытается установиться, а мы пока тут порядок наведем небольшой. Бред. Завершить. Установка игры успешно завершена. Ладно. Ну что ж, поехали. Сейчас посмотрим, что это еще, с чем это едят. Мозон неплох. Что? Кадем Кевин Упс? It's magic time. It's божий time. Options. Thank you, thank you. Так-то лучше, так-то лучше. Да, да. Это максимум? Нет, так, так неудобно на максимум. Хотя бы такой экран пускай будет. Вам все видно? Ну, по идее, все. Special jumping sounds. Blood intensity. Нам нужно больше крови. Больше крови. Transference of online players. Frame rate. Frame rate? Подожди, нет. Да стой, да ну! Алло! Frame rate у нас будет самый максимальнейший. Я думаю, нам хватит. Как вернулся обратно? Только зачем ругаться-то, непонятно. Я не знаю, как вернулся. Ну-ка. There is a choice of playable characters in the online section to play these in the main game. What? First world. Окей. Okay. Какой мод выбрать? Зря 50 оставляю. Ну ладно. Короче, геймпад здесь так посредственно работает. Почему меня убивает мой собственный курсор? Короче, геймпад здесь вообще никак не работает. Дай мне его убрать. Почему меня убивает собственный курсор, а? Как здесь играть вообще? Алло, я не иду. Walking, use the arrow keys. Arrow. Ладно. А как прыгать? Как? Что? Чем я должен нажимать? Z? Да ну нахрен! А чё я не допрыгиваю? Алло? Держите, чтобы выпрыгнуть выше.
Игра сломана. Как я не жму jump by using DK? Ладно. Hold ZK to jump higher. Держу. Ничего не происходит. Он не прыгает. 50 фреймрейт, ладно. Фокс сказал, поставим. А могу я так сделать? Нет, не могу. Ладно, поставил. Ты ее сам сломал, 300 FPS? А, конечно я, кто же еще мог ее сломать? Окей, вперед. Пек-пек-пек. А, вот она какая медленькая, ладно. Ха! А. Бррр. Да блин, алло! Во, другое дело. А-а-а-а! Там, короче, стол дерева, я подумал, да? Можно типа это. Проскочить. Так. Tap the ZK slightly to perform a small jump. When colliding with a double jump, replenish your double jump is refreshed. Press E to do an extra double jump. Окей. Okay. А чё, нормально? Прохожу, всё окей. Okay. Короче, вот эту хрень, понял, надо долететь до неё. Она refreshed мой double jump. Всё, видишь, проходит по-человечески. Yeah, use the XK to shoot a bullet. Trigger finger! Я получил, короче, этот achievement. There can be a maximum of 5 bullets on the screen at once. Shoot a save point to save your progress. Fuck you, thank you. Shoot a save point. Ладно, save points can also be used to reach faraway places. Jump. Shoot and jump. Saved, restart. Я, кажется, понял фишку. Блин, это сложно. Это пипец, как сложно сейчас будет. Не вышло. Так, а чё меня не рестартнуло там, где... Как это работает? А, подожди. Safe jumping can be done with saving at a height point. Setting double jump. Окей. Okay. Yeah. Да блин! Сейф вниз полетел. Ты прошел, да? А как это делается? Я примерно понял, просто это раскоряка такая. Выстрелить, прыгнуть. Save it, restart. Да, блин, надо. Короче, если сюда подключить контроллер и достать кнопки удобно, то это можно пройти по-человечески. А так это жопа какая, честно. Fuck you! It's. Мне надо успеть выстрелить. Нет, это нереально. Моя пуля не будет... О! А уже где-то поближе. Нет, я не ближе. Да, блин! Бля, ты когда эту херню сделал? Что с этой игрой? Она очень сложная. Она очень сложная. И в ней ужасное управление. У нее отвратительное управление. Как я должен вот с такими раскоряками играть? Я понимаю, на старом геймпад кубе, геймкубе, короче, был геймпад, на котором пальцы ломались.
Там было неудобно, но здесь еще хуже. Это прыжок. Так. Прыжок. Просто прыжок. Выстрел. Magic time. Он, короче, не попадает. Короче, я пример понял. Вот так вот, раз. В этот момент, в этой точке надо выстрелить. Вместе с прыжком. Почему я здесь резался? Да, блин. Почему он не прыгает, когда я жму прыжок? What the hell? О! Почти получилось. Я путаюсь в кнопках, честно, вот. Фокс, вот тебе Фокс. Я прошел. И пускай я потратил на это больше времени. Кто знает, сколько ты задрузил меня до этого. Я-то играю первый раз, все это видят. Да? Телепортейшн. О-о-о! Если игра, вся игра в этом... Я убился об потолок. А-а-а. Ладно. Здесь platforms are only available in on easy modes. Окей. Не знаю, какой я мод выбрал. Итак. Почему у меня убил этот кубик? Кто ты, мать твою? Press F3 to change your character. No existing online license. Please create one to continue. Ладно. Что ты такое? Кого взять, как вы думаете? Нянке! Демоненок какой-то. Я даже не знаю, кого взять, честно. Ты на мидбоя похож почему-то. Это что-то вообще за существо такое? Наверное, это синего типа надо взять. Либо вот этого кота. Наркота. Мяу. Create. О, у него радуга стоит, смотри. За мной курсор опять выгоняет. Так, еще дальше. Где я? А, я внизу был, ясно. О, гаддемот! Кстати, это интересное место, я хочу его пройти. О, да, детка. Так, что дальше? Курсор, уйди нафиг. Нафиг уйди. Долбанный курсор. Поэтому за мной гоняет, смотри на него. А, гаддемот! Да, блин! Уйди нафиг.
Так. Да! Да. Holy shit! Как-то я должен здесь проскочить. Конечно, so close. Очень so close. Курсор можно убрать на... Да, я так и сейчас и сделал. Но он падал, он... Блин, кстати, прикольная фишка, что курсор... Твой собственный курсор тебя пытается... Ааа, убить! Да, игра хардкорная. Кто это придумал, так непонятно. No! It's magic time! Игра для маньяков. Да, блин! Прикинь, короче, проходишь почти до самого конца, и в конце где-то там подыхаешь. Да, блин! О, я ж почти долетел, ну... Кот, ну ты мя... Мяу-мяу. О! Я думаю, на сегодня хватит нам этой игры. Хватит, правда. Больше не надо. Хватит. Сколько еще раз собираешься убить Менкота? Хватит, хватит, дикий. Все, больше нет. Хорошая игра. Фокс, особенно, когда нам совсем заняться нечем, представим, да? И там бросаешь вызов. Пройди уровень. Да, так, так эта игра будет заходить, реально. Согласен. Ладно. Все, что не попробовали, посмотрели весь трешак. Вот. Такие дела. И думаю, напоследок, у нас еще немножко минут, мы хотя бы начнем одно из дополнений из Dishonored, чтобы хотя бы начать куда-то двигаться. Думаю, так поступим. Вот пускай он пока запускается. Так. Мистер Twitch. Кстати, так и не нашел, как на Твиче делать, отключать стартовый стрим, который на главной странице запускается, чтобы он не запускался. Я раньше помнил эту галочку, теперь я ее найти не могу. И это больше всего меня печалит. Больше всего. Так, это мы выставили. Окей. Стрим почему-то повис. Ну, это все не беда, я думаю. Нажмите любую клавишу. Нажали. Так. Нет, не фильтры. Game. Dishonored. А, вот наш Dishonored. Задание, так понимаю. Компания, загруженный контент. Что мы должны проходить? Downwall City Trials. Это оно или нет? Или нам нужно... А, они по порядку идут. Надо вот это выбрать и все. Нет, это основная компания, подожди. Так, ну это я прошел. А, вон как. Получив. Ладно. Downwall City Trails. Добро пожаловать в Downwall City Trails. Здесь вы можете отточить навыки ассасина в 10 различных испытаниях и сравнить свои результаты с достижениями других игроков всего мира. Ну ладно. Не очень мне это необходимо. Я же знаю, что я классный без этого. Когда же еще? Ладно, давай глянем, что тут предлагается. Выбор испытания. Список лидеров, галерея. Ла-ла-ла. Таинственный враг. Соберите 4 улики, сбежав на обнаружение. Узнайте, кто ваша цель. Убейте этого человека. Ладно. Это испытание не то. Вот я пытался выбрать, почему оно не выбралось. Ладно, вернемся в меню. Попробуем снова. Когда же эти собаки сдохнут, честно? Заколебали орать, честно. Не могу. Третий. Вот начнем, наверное, с этого, с Дауда. Если начать задание заново, предыдущий... Да, конечно, все нормально. Винный квартал. У каждого решения есть последствия. Это оно? По идее, да. Так, что у нас здесь? Нет, это что? Что это? Это не то вообще. Задание. Загружаемый контент. Вот теперь я добрался, когда надо. Вот смотреть надо. Нужно тебе взглянуть. Да, я вот теряюсь постоянно. The Night of the Downfall. Very nice. Наконец-то.
Новый режим сложности автоматически сохранен в настройках пользователя. Хорошо. Так, задание, загрузка. Новая игра. Ну-ка посмотрим. Ветеран. Сложность умеренная, противники наносят больше урона и обладают более острым восприятием. Новичок. Режим для новичков. Противники наносят меньше урон, здоровье быстрее останавливается, эффект от зелья усилен. И элита. Элита — серьезный вызов даже для самых закаленных игроков. Я поставлю средний. Не будем страдать, не будем изощряться. Конечно, можно было бы заставить меня играть на более сложном, а это закрыл. Да-да-да. Я все перепутал. Создание новой игры, следующее сохранение будут перезаписаны. Да, продолжить. Башня Дэнуэлл. Видимо, это самое начало игры. И здесь мы сейчас будем убивать императрицу. Я-то думал, это будет очередной заказ. Убивать дворян мне было не впервые. Я столько голубой крови пролил. Хватит на целую реку. Кстати, прикольно, мне нравится. Он умеет так же, как Корва. Почему императрица должна была от них? Не успел прочесть, блин. Но она отличалась. Опанька, он Корва дерется. Ну, зашибись. Кара неизбежна, возможно, я ее заслужил. Storm was coming. It would shake apart everything I built. No! Get away from her! Corvo! Mommy! Жуть какая. Нормально. Новое задание — посланник чужого. Ну, в это я играть буду только на геймпаде. Где он, мать его, спрятался? Вот. Заработает? Не заработает. Почему-то он не умеет подхватывать это, в этой игре подхватываться мгновенно. Это меня расстраивает больше всего и всегда, блин. Я бы играл на мыши сейчас, конечно, но у меня здесь все понастроено под геймпад. Всякие сенситивити. Ну ладно, сейчас мы что-нибудь сделаем. Чтобы было поприятнее. Вот так вот хотя бы. Нормик. Убитая императрица. Что пишет? Ты убил ее, 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 ты убил ее. Ты ее убил. Выполняешь, получаешь руну. Ответы же забавные. О, прикольно. Надо будет поугарать. In memory of Her Majesty Jemaine Caldwin, mother to Emily, empress to us all. Ну ладно. Как мы помним, Дауд был также связан с этим темным типом, как и сам Корва. Перенос. Ну, стандартная тема. Быстрое незаметное перемещение по горизонтали или вертикали. Направляйте силу на уступ, чтобы добраться на него. Если при прицеливании перестать двигаться, время остановится. Даже если вы находитесь в воздухе. Это поможет спланировать побег или выбрать точку назначения, чтобы выбрать место для переноса. Сферическая метка указывает, куда вы попадете. Чтобы время остановилось, отпустите все кнопки управления перемещением, включая пробел. Ну, вот это странно, я пока не разобрался, что они имеют в виду. А, вот как. Когда я не двигаюсь, но прицеливаюсь, останавливается время. То есть круче, чем даже у Корова способность. Та самая картинка. Какой молодец, Даудович, ты вообще молодцом. Ну, этот темный дядька вам всем дает разные эти способности. Куда должен перенестись? Сюда. Ведь Эмили во второй части... Че, я на корточках, что ли, хожу? Алло. О. Эмили что же связалась, получается, с этим дядькой, и он ей дал тоже способность. И они там вообще другие. Да че ты везде застреваешь, Дауд, мать твою? Перестань.
Но у него перенос как будто более мгновенный, что ли. Даут, мой старый друг, давно не виделись. Ты снова привлек мое внимание. Окей. Как летят годы, как быстро падают тела. Ты знаешь, что в мире всего 8 человек таких, как ты, людей с моей меткой. Здесь, потому что ты прав. Императрица не была обычной жертвой. На этот раз ты не сможешь скрыться в тенях. Последствия не миновать. Твоя история подходит к концу, и даже ты не сможешь этого избежать. Но какой финал ты изберешь? Я пришел предложить тебе последний дар, Даут. Мой дар — загадка. Я назову лишь имя. Далила. Делайла. По-русски Далила. Не Далила. Да, тут Даут руны и костяные амулеты видит только за счет темного зрения. Никодей какой. For 6 months, the city writhed and changed. For 6 months, I tried to forget what I'd done to the Empress and her little girl. But there was no forgetting. I needed to find my next move. But all I had was that name, Delilah. Who was she? A threat? Or an ally? Word came from my second-in-command, Billy Lurk, in a house built on secrets. Lurk was especially good at uncovering them. There was a ship called the Delilah. It hunted whales for Bundry Rothwild. A former deckhand who'd made good. Now he owned a slaughterhouse, and he ran his workers like a prison gang. A ship named Delilah. It could be a coincidence, but it's not. In Dunwall, things are always tangled up like a bag of snakes. Alrighty. В роли Дауда вы можете использовать своих шпионов и подкупленных торговцев, чтобы приобретать снаряжение и улучшения перед каждым заданием. А еще можно купить особые услуги с различными эффектами. Например, вы можете получить доступ к тайникам с оружием или узнать секретные сведения. Ладно. Так, с покупки улучшения. Что у меня с деньгами? 2000 монет. Меткий мини-арбалет. В общем, мы здесь будем убивать и крошить. Я так понимаю. Не убивать здесь нельзя. Наверное. Шифр от сейфа. Украденная руна. Саботаж. Блин, честно, я даже не знаю, чего мне взять. Раз, два. Попробую пока не убивать, по возможности. Улучшение. Дальняя перезарядка, боевой усыпляющий дротчик. Боевой усыпляющий. Попробую. Ну да, давай, чё нет-то? Усыпляющих дротчиков. И услуги. Возьмем шифр от сейфа. А, все, забирай. И саботаж. Very good. На выход. Покинуть магазин, продолжить выполнение задания? Да. Ну, думаю, здесь мы на сегодня и будем закругляться. Вроде сохранился. Так, быстрое сохранение. Воротило. Да. Вот и начали. Будем ближайшие стримы допроходить Dishonored. Дополнение с этим вот Даудом. Надо уж все-таки их пройти. Способность про замораживание времени при перемещении себе очень пригодится, когда будет финалка его дополнений. Хорошо. И нам тут прислал Фокс что-то. А, скриншотик он нам прислал. С этими. А, как его сказать? Да блин. Со всем тем, что мы тут наиграли, напроходили. Вот такую тему. Трэш вообще, при том. Плюс 459. Плюс 274. Плюс 563. Га, сколько это, сколько достижений. Жуть какая-то. Ужас. Маньяк. Ну ладно. Все, был неплохой стрим. Спасибо всем, кто заходил. Был рад с вами потусить и потусоваться. Давайте, не скучайте. Всем... хорошего вечера воскресенья, хорошее начало недели и не болейте. Следите за новостями, заходите на следующие
трансляции, или что это у нас сегодня было. В общем, еще увидимся. Давайте, не болейте, хорошего настроения и счастливо!